такой модный, красивый.
España. Мой бантик здесь. По-моему, идем наравне. Этот красавый пузатик тоже мне сказал, что я просто супер позитив. Красивая девушка. Красивый внук. Сейчас меня увидит, сразу ко мне пойдет. Там еще зона есть. Там еще что-то интересное. И на улице хорошая зона. Подарки. Это все, что было на ссылочке, надо было тын-тын-тын-тын-тын-тын. Выбирай. Не хочу. И коляска. Вай-вай-вай. А цветы, цветы. О, бери заряд. Надо поставить на бери заряд. Как это чудесно. Люди прибывают, прибывают. А вон Монтик, бегу к нему. Наконец-таки дедушка с ним сидит. Да, большая зона. А возле дома Карина. Я балдею. Такая хорошая зона здесь есть. Батюшки мои. А, здесь еще вот так можно было. Погуляйте, погуляйте. Я здесь. А то меня увидит и сразу... Монте! Монте! Монтик-джан! Ой, Аркадий, как раз я снимала, что Аркадий, тезка Аркадия. И вот они, Аркадий, загадываем желание, чтобы оно все сбылось, чтобы... У всех все было хорошо. Желание надо про себя говорить. Ну, про себя я тоже сейчас загадаю. Ай, привет! Привет! На, поснимай, любимый. Будешь холодный. Ну, на солнце либо за это. Застегнул его. А электричка он едет. Ходит и брум-брум. Как Монтик делает? По мамочке вот так вот машинку водит. Хоть бы одну машинку мне взяли. Брум-брум-брум. Вот он вот эти ходит. Где, пойдем. Ну, мама не взяла ни одну машинку, что ли? Брум-брум-брум. Встал, встал.
секрет. Наверняка в сумочке есть одна машинка. Хотят нам в руки дать. Сейчас дадим, пойдем. Пойдем поищем. Оставь, да? Давай, пойдем посмотри. Пойдем машинку поищем. Сумки. Всю дорогу ходят на машинке. Очень любят машины, да. Сейчас на улице не посмотрим. Продумано даже для детей, аниматор.
Я просто в шоке от этого мероприятия. Похоже на вас. Ну и средняя сестра, похоже. Я чуть ее поздравлять не пошла. Я думаю, что-то живот маленький. Она тоже в розовеньком костюме, видишь. Монте! Да, я говорю, средняя тоже похожа. Я хотела ее пойти поздравлять. Потом говорю, ну что-то как-то не так. Потом нас... Хорошо, что у меня повезло. Пойдем мышку потрогать. Я могу издалека, чтобы мышь. Душа ударит. Посмотрим, кусается он или нет. Погладишь мышку? Смотрите, вот этот малыш у нас кусается. Да ладно, что же я кусаюсь? Я же Монтик, я же Монте-Кристо. Побольше, вот твои маленькие подачки не нужны. Шарик. Шарик. Смотрите, как мы будем драться. Возьмите по одному пальцу, который вам не жалко, и отдайте мне в ладонь. Да, очень похоже на Настю. Она может знать, как она будет выглядеть постарше, когда будет. Монте в своем... Голубенький шарик, все мальчик будет, значит. Смотри, крестинный король попробует съесть ваши пальцы. Ваша задача, когда крестинный король скажет «цап», пальцы быстро убрать. А потому что слово «цап» он сделает. Ой, аккуратно. И до свидания. А у меня что-то глазки не надо. Давайте договоримся. Убираешь только на слово «цап». А все остальные слова «крестильный король не цап». На, Монтик Джан. Правильно. А кто говорит на слово «цап», вот тут же лейте. Говорит. Все, приготовим. Монте! Итак. Дедушка с нами. От этого я еще больше счастлива. Агу! Да, он еще пинать не умеет у нас, на. Ай, молодец. Ой. Помоги, Аркашуль. А сейчас какой лопнул? А, вот здесь маленький. Вроде слышала близко, а смотрю, все шары здесь. Давай, давай. Молодец. Давай, Монтик, давай вот так. Опа. Ну, Настя, ну молодец. Ну какое помещение. Ну все продумано. Давай, бабули, давай. Пинай. Отдохну. Все красивые ходят. Все. Вот казалось бы. Потолок обычный, да, Аркадий? Смотри. А смотри, как хорошо, да. Иди догоняй. Ой, аккуратно. Итак, время устроить. Я выложу мою фотку, потому что себя увидят 98 человек. Я популярен. Отлично, ребята, пора познакомиться с немножко не то. Даже выключать не хочется. Ну надо. Что, дорогие, отдельный лук?
подъезде. А то пожили уже. А мы были на втором этаже оформления. У Настеньки большой респект. Слушай, там детская комната, там шарики, там были пузыри. Там Монтику было так интересно. Это вообще просто великолепное шоу. Вендерпати, я бы так сказала бы. Давайте с дороги проходим. Ой, а кто это еще у нас? А кто это у нас? Привет, привет. Подружка твоя. Дай кушать, какая в шоке. Там на втором этаже шариков много, и мы не пузыри. Я аниматор даже. А это точно Настя? Да. Там все на тоже красивые. Мы будем подарочек подарим. Он научился пинал воздушный мячик. Да, он научился ногой. Раньше брал, а потом научился. Ты нас рано позвал, ничего еще не начал. А ты? Я тут. Все горячее и горячее, обстановочка хорошая. Комната подарка великолепная, мы там были уже. Начало. Всем привет, меня зовут Саша Бойко. Вот это я, мне сегодня удалось каким-то невообразимым образом направлять это замечательное событие. И, конечно, сегодня речь не про меня, а про наших прекрасных счастливчиков. Я предлагаю поаплодировать и встретить Аркадия Настю Баскопилову! Что вам есть что сказать этим прекрасным людям, которые здесь собрались? Очень-очень рад вас приветствовать. Тут, пожалуйста, чувствуйте себя максимально комфортно, максимально кайфуйте, тусите. Это у нас большая программа сегодня. Да, много сюрпризов, много всего клевого. Всех очень рад. Муа, люблю вас. Сегодня постарались пригласить самых близких, самых теплых нам людей. Спасибо. И очень приятно, что вы решили этот воскресный день посвятить нам. Да, еще бросила, приехала. Мы вчера с Аркашей обсуждали, что нифига себе, да, он в животе, что у него уже тусовки лучше, чем в любой даже день рождения. Вообще такая... Супер, вообще. Окей. Вечеринка пока. Ну, как говорится, все лучшее детям. Я вчера тоже это Аркаше сказала, и он так грустно сказал. Их маму. Поэтому я хочу отдельное спасибо сказать Аркадию, который помог нам все это организовать, который все делает для нас шоу, что мы хотим, и ничем, точнее, жертвует всем ради нас. Это очень мило. И даже еще когда не было малыша, все равно он все делал, что я хочу. И очень, очень много, да. Я стараюсь тоже отдавать. Гормоны уже шалят. Я расскажу, как в ближайшее время у нас будет происходить. Будет два включения. Вот сейчас включение буквально минут на 10. Потом мы делаем перерыв, чтобы вы дышали. Да, все, я снимать не смогу. Дальше мы делаем тоже небольшое включение, интригу. Потом маленький перерыв и, соответственно, то самое событие X, кульминация, которого мы все с вами... Очень-очень ждем. Ну что, согласны? Если согласны, как-то поаплодируйте, потопайте. Что я могу сделать? Все. Так как у нас вечер посвящен такому детскому очень событию, мы не могли не отметить детские фотографии ребят. Причем мы не просто нашли детские фотографии ребят, мы узнали о них. Вер, ты вообще танцевал? Сложно это танец. Вот это нам очень понравилось. Принесли уже второе. Все готовы? Блюдо. Это вот эти как... Ну что, это действительно так, обладатель статуэтки Тверкода! Спасибо, 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 спасибо. Самые голодные мужчины наши. Здесь ответственные по медитации, по всем этим делам. Ну какая красавица. Можно, покушайте.
Просто можно рукой сделать подъем, значит вдох, задержали дыхание и опускаем выдох. Хорошо? Все смотрят на камеру. Итак, дорогие, нам это нужно очень важно сделать, чтобы пульс был в норме. Все хорошо, пульс. Пошли. Проверь пульс. Ой-ой-ой-ой, как жалко. Готово? На счет три. Глубокий вдох. Я сейчас подошла к тете Ине. Хочу сказать, что она просто замечательная. Она знает день рождения моего Лютика, она сказала. 9 января? Да. Потому что у меня тоже 9-го, я с детства это запомнила. Вот, вы замечательные, очень вас люблю. Слушайте, это так мило. Спасибо, что вы не стесняетесь этого говорить мне, потому что для меня это очень ценно. Спасибо вам. Спасибо вам. За то, что вы такая милая, добрая, нежная. Слушай, я смотрю на ваши истории, как вы с мужем общаетесь. Это просто пример, как должна женщина воспитывать своих детей. Спасибо. Оля, там в кадре все окей, все четенько. Да? Мы главное, детки дорогие, мы не прыгаем, договорились? Еще раз. Мы наслаждаемся моментом. Практикуем дзен. Хорошо? Давайте вместе глубокий вдох. Глубокий вдох. Все вместе. Раз, два, три. Выдох. Считаем от 10 до 1. После того, как будет 2, 1, потом мы вместе со мной говорим фразу. Мы все тебя очень ждем. Договорились? Ну что, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы все тебя очень ждем! Я убедилась, что это мальчик, что он настроится, если это не девочка, что
Я была на 100, я вот платье купила, чтобы конфетти приходила, понимаете? Хорошо, просто... Мальчику мы бы тоже были рады. Я просто боялась даже думать, чтобы малыш не услышал, что он не следит. Аркадий, что скажешь? Первая девочка, это, во-первых, как у меня в семье, вот моя любимая сестричка, отличный пример. Она должна быть сложно. Спасибо большое. Спасибо, что сами вы в этот день. Монтик, я здесь. Вы знаете, я еще хочу, чтобы мы сейчас выразили всю благодарность, аплодисменты, эмоции, опытом, всем чем угодно. Родителям, наших будущих родителей. Потому что если бы не вы, не было бы ребят, мы бы с вами не собрались, не было бы продолжения, не было бы этой истории, этой легенды. Поэтому родителям и бабушке отдельный респект. Пошумим! Ну что, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы все друзья! Очень все! Давай скорее сюда. Алиса. Алиса, подушку. Итак, съедобный.
Зеленый и седовый. Знаешь правила? Я? Знаешь правила? Я вызываю детей. Призываешь детей? Черти пентаграмму тогда. Сверху кружочку. Ой, мама, у меня просто... Ой, что за падение было, да? Почти копчё. Что это? Это не нож, это козявка, ты наговорила себе носа. Нож, нож. Козявка, всё. Так, дети, у вас очень плохо получается приводить детей. Сидите здесь, я сам это сделаю. Но вы на полгода еще собираться будете. Так, я пропустила очень важный момент. Я кормила Монтика наверху мясом. Покачай его, покачай. И здесь было очень неожиданное событие. Аркадий, правда, все заснял, поэтому я вставляю. Вон. Туда поезжай, Канечки. Поезжай, поезжай, чтобы он видел. Опачки. Все, что ли? Стоп, таймер. Вот это профессионально. Давайте поаплодируем. Но, на самом деле, ты не знал, каким я счастливым могу быть. И ни разу я себе не отказал вот в этом желании разрушить ваши ожидания. Достает уже сейчас. Но, наверное, пора и с этим заканчивать. Большие мысли. Мы делаем все на счет три, правильно? На счет три.
Девчонки, вы готовы? Да! Настя, ты готова? Да! На счет три все вместе. Раз! Два! Три! Давай! Ребе! Все вместе на счет три. Раз! Два! Три! Ближе до дома, да. Давай, счастливо. Вот так они выходят. И вот дома. Так что хотите организовать себе красивый праздник, давайте на большую почтовую 40.
после вот этого веселого плясания с розовыми нитями. Я так утомилась. Опять осталась с Монтиком наедине. Карина с Аркадием тортик кушают. Ну, как могу определить. Мне очень понравилось это мероприятие. Электрички здесь ездят. Вот. Вы знаете, просто великолепно. Все хорошо. Не дай бог, чтобы все у них получилось. Когда им в сентябре? До сентября еще, ой-ой-ой, блин. 3 месяца с половиной. Вот. Как бы ходить и ходить. Поэтому с этого мероприятия я, конечно, завершу свой видеоотчет. Монте спит. Мне очень понравилось. Аркадий сделал предложение Насте. Я это, конечно, момент пропустила, потому что я была с Монтиком наверху. Мы кушали мясо, шашлык там с ним. И, ну, видите, я же не знала, как бы... Но на видео все есть, все посмотрела, вставочки все сделала. Так что приятного просмотра. Спасибо всем за просмотр.